Первый нелегальный елочный базар был организован прямо на въезде в село. Торговля новогодними деревьями велась с обочины. На предпринимателя неоднократно были составлены протоколы за нарушение правил торговли. После очередного нарушения сумма штрафа увеличилась с 2 до 5 тысяч рублей. Посчитав, что общее количество вынесенных штрафов превышает возможную прибыль, предприниматель поспешно свернул свою нелегальную деятельность. Еще один большой нелегальный елочный базар был организован возле памятника «Начало Кавказского хребта». Здесь ели и сосны продавали прямо с земли. С приездом служебной машины администрации предприниматели поспешно загрузили свой товар в грузовик. Однако, чтобы собрать все хвойные деревья в большой груз, реализаторам потребовалось больше часа. Свыше 300 елей и сосен, привезенных из Пермской области, на этом нелегальном базаре продавали по 400-500 рублей за штуку. На предпринимателя также был составлен протокол об административном правонарушении. За 3 недели декабря специалистами муниципального контроля составлено более 30 протоколов на нелегальные елочные базары. Проверки города и районов ведутся ежедневно.